А вот девушки более мышечной категории боди-фитнес представили нам и пропорции, и рельеф, и женственность одновременно. И стоит отметить, что и смотрится это по-спортивному красиво. Спасибо. На аплодисменты участницам девушки могут занять места. Бронзовая медаль у нашей самой титулованной спортсменки Омска Втюрина Натальи, представляющей фитнес-клуб «Озон». Серебро вновь в копилке новосибирской сборной, а именно у Чучковой Анны. И золотая медаль достается Айкиной Анастасии из города Барнаул. Анастасия Айкина, победитель 31, становится победительницей в категории боди-фитнес на открытом чемпионате Омской области. С нами чемпионка категории боди-фитнес Анастасия Айкина, представляющая Барнаул. Привет, Настя. Поздравляем. Спасибо. Тебя. Ну, ты же знаешь, ну, может, мне это показалось, но у меня было такое ощущение, что ты прям такая уставшая была сегодня. Это сказывается диета, подготовка, или, может, у тебя вот недавно были какие-то соревнования, ты подустала. Вот расскажи. Вообще нелегко, конечно, и диета есть уже без углеводка, я вам даже расскажу. Сушка у меня началась с июля, нелегко. Тренировки нелегкие, как бы сил нет, но сейчас вот победа наконец-то в абсолютке. В абсолютке это первая моя победа, до этого я юниорка. И поэтому первая становилась пока только в юниорках. А теперь женщина стать первой, ну, приятно было, мотивирует, как это, взбодрило.